я рисую чубар. Так, ребята, я приехала на деловой центр. Сейчас мы с вами идем в глубину, и там наш корпус идем. Так, смотрим на наши гортензии. Вот они еще пока кое-какие стоят. На смотровую. Смотрим здесь. Молодые люди. Проводочку делаем с вами. Вот так. Так, ребята, просто отлично. Только я иду против солнца. Так, мы сейчас с вами идем на 49 этаж в башню Восток. Вот это Юго-Восток. Или как? Да, Юго-Восток. Башня. Тут, ребят, смотрите, все закрыли. Зачистка территории. Ну что, пойдем вокруг. Так, мы идем в соседний с вами корпус, восточный. Мороженое бесплатно. Я провожаю вас дальше. Так, вот этот нам нужен с вами. С другой стороны вход. Башня Федерации. Самое высокое здание в Европе. На 17-й год. 101 этаж. Общая площадь 374 метра. 443 квадратных тысячи метров. Так, мы идем с вами вот сюда, на 49-й этаж. Так, сейчас я иду в отдел пропусков. Беру пропуск. Потом идем в минус первый этаж. Сажусь там на лифт. Жму пальцем в меню, ищу 49, надпись. И ближайший, который мимо будет проезжать, он меня захватит с этого минус первого этажа. И туда сядут все, кто едут со мной по пути. Возможно, я буду одна. Так, мы подошли к
к общественной курилке. Сейчас поедем с вами на минус первый этаж. Пропуск я взяла. Эти поднимаются, я опускаюсь. Так, тут минус первый и идем к лифтам. Вон надпись «Лифты». Мы в лифте. Музычка. Я одна. Мы уже на 22-м, ребята, очень быстро едем. Уже 30-й этаж, а мне на 49-й. Сейчас с вами в офисе будем перекрашивать стену. Так, у меня палочка. Сейчас скотч намотаем. Краску заколеровали. Леруа цвет близкий к этому, я посмотрела. Степень глянца матовая. Наматываю скотч на палку. У меня поплотнее села ручка валика. Валик у меня 18 сантиметров. Анзовский. Бело-зеленая полосочка. Я сейчас посмотрела сегодня, он стоит в районе 1000 рублей. Ребята, я налила вот эту краску. Вот она уже была колерованная. Тут меньше литра, 0,9. Написано на один слой 11 метров. Сейчас мы с вами будем катать. Вот так. Катаю валик. Вот так, со всех сторон. Краску я не разбавляла. Все хорошо. Ничего не отдирается. Шпаклевка у меня была Пофос. Гипсовая, быстро твердеющая, альфа-освобожденный гипс. Рекомендую вам для быстрого ремонта использовать быстрые материалы. Быстро сохнущие краски. Так, сейчас будет как бы первый грунтовочный слой, потом у нас с вами второй будет грунтовочный слой. Прокатываю валик вокруг. Напитываю краской. Так. Отлично.
отлично. Раскатывается она хорошо. Валик у меня низкий ворс, около 9 миллиметров. Поэтому он хорошо под существующую шагрень подходит. Потому что я специально принесла, сейчас вам покажу еще второй валик. У него высокий ворс, 18 миллиметров. Пускай встанет. То он начинает уже задирать красочку. Так, сейчас вам покажу валик, который еще у меня тут есть. Выше ворс. Вот у этого ворс, видите, какой низкий. И вот какой может быть высокий. Видите, он нетяной. Хорошо, но это фасадный считается. Вот это интерьерный. Пойдем посмотрим, ребята, вид из окна. Пока краска сохнет, мы с вами посмотрим. Была вот тут вот такая компания. Что-то для птиц тут. А будет совсем другая. Смотрим. Так. Москва-река. Мы находимся на 49 этаже. То есть тут 101 этаж высотки. Так вот. Идем на рабочее место. Я за окошко сняла. Так, ребята, у нас сохнет первый слой. Так, мы с вами в кабинете, стол переговоров, диванчик, коммуникации сверху. Здесь столы сотрудников. Класс. Так, мы с вами сейчас ждем пока сохнет краска. Видите, 2 часа надо ждать. Ну ничего, подождем.
Еще увидимся. Пока.